Я не знала даже. Растерянная Пугачева высказалась о сносе замка. Ранее появилась информация о том, будто бы роскошный замок Пугачевой хотят снести. Примадонна высказалась о возможном расставании с частью имущества. История началась с того, что якобы один из соседей звездной пары написал анонимную жалобу, мол, слишком высокий дом отбрасывает тень на чужие огороды, там ничего не растет. Автор доноса требует, чтобы знаменитая семья в экстренном порядке снесла 3 верхних этажа замка Пугачевой. Напомним, что жалобу получил юрист из Кирова Ярослав Михайлов, известный в стране как приструнитель звезд. Он уже отсудил у Земфиры 300 тысяч рублей за неподобающее поведение на сцене, и с тех пор к нему обращаются со всеми проблемами, касающимися представителей шоу-бизнеса. Михайлов рассказал, что жалобу на замок Пугачевой прислал один из жителей деревни Грязь. Юрист уже подал заявление в прокуратуру. Он объяснил, что по санитарным нормам высота здания не может составлять более 3 надземных этажей. Ярослав намерен сражаться до победного. Впрочем, как оказалось, Примадонна была не в курсе, что кто-то хочет покуситься на ее дом. Она прокомментировала ситуацию о деревенских войнах. В эфире программы на телеканале НТВ «Ты не поверишь», сообщает издание телепрограмма «Про». Публикация фотографии из Инстаграм. Нет, мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже, это все вранье. Лаконично, но резко высказалась Пугачева. Примечательно, что ее супруг также не имел понятия о том, что кто-то желает разрушить их семейное гнездо. Галкин был довольно краток в высказываниях и дал понять, что вся информация о возможном сносе замка Пугачевой нуждается в проверке. Сообщения нам поступают только от вас. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Крах семьи Черной Оганесяна. Пышка из дома 2 объявила о разводе. Выходка жадного до денег Порошенко возмутила украинцев. Это была «Адская жизнь». Цымбалюк Романовская о сексе с Джигарханином. К Игорю Крутому вернулась старая любовь. Меган Маркл ранила престарелую Елизавету II в самое сердце. И многое другое.